вставая, начинался бой. Из газеты прислан парень молодой. Что-то пишет, пишет, слушая солдат. Наготове держит фотоаппарат. Ты не рвись за нами, шепчет капитан. Этот бой жестокий, впереди туман. Ты, сынок, так молод, жить тебе и жить. Выживи, пожалуйста, стали бомбы быть. В память о журналистах-раменцах и всех военных корреспондентах радио и фронтовых газет, кто, не щадя жизни, шел на передовую ради нескольких строчек в газете и поднимал дух советского народа, одержавшего в мае 1945 года великую победу. В этих строках на мемориальной доске Раменского информагентства кратко и емко отражен подвиг бойцов невидимого фронта. Здесь же, 5 мая, прошел митинг памяти журналистов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Видит он, снимает, жизнь и смерть, ребят. Должен, вновь виски стучат. Чтобы знали люди, чтобы не забыть, как завоевали это право жить. Очень здорово, дорогие кадеты Раменской средней школы номер 21. Может быть, вы вот сейчас стоите и не до конца все понимаете, но я бы хотела обратиться к вам. Спасибо вам большое, я вижу ваши лица, и вы действительно вот прониклись тем, что вы помните, что мы все дети освободителей, и этим мы должны гордиться. Поэтому сегодня непростое время, и я всем хочу пожелать одного, чтобы было мирное небо над нашими головами. Наша страна понесла столько утрат, потерь столько, что поисковики до сих пор устанавливают имена этих героев. А вы сумели, раменские журналисты, сумели установить эти имена, установить памятную доску. И вот сегодня, так же, как и 5 лет подряд, мы этих людей вспомним. Потому что никто, кроме нас, их не вспомнит. Помнит и хранит память о коллегах Раменское отделение Союза журналистов. У памятной доски на здании Раменского информагентства с момента установки в 2012 году ежегодно проходят подобные митинги. Данная встреча стала 6-й. В вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? Союз журналистов России, как и многие другие организации, пополняется коллегами. На митинге Наталья Чернышова приняла в наши ряды Андрея Буткевича, вручив удостоверение Союза журналистов Подмосковья. Поздравляю! В этот день буквально до разрыва в горле у меня чувство, говорить очень тяжело, очень приятно. И самое главное то, что память, история нашей страны – это самое главное, которое должно сохраниться. Без этого мы не поднимем страну. Спасибо всем. Сергей Григорьев, Марина Миткевич для программы «Городские вести».